Всем привет, ребята! Сегодня я буду краситься, и это мой секретный чемоданчик. Открываем мой замочек. Открываем чемоданчики. Смотрите, что внутри. Много кисточек. Тут есть зеркальце. Такая маленькая расчесочка и очень много всяких прикольных штучек. Я их вам в этом видео покажу. А в следующем мы будем уже краситься. Тут есть вот такая вот штучка. Она прикрывает все, чтобы ничего не рассыпалось. Давайте посмотрим, что здесь встречается. Сейчас. Тут есть у нас, встречается у нас румяна. Вот такие вот они розовенькие. Сейчас я вам покажу, что внутри. Такие вот они розовенькие. Сейчас я уберу. Вот такие вот они красивые. Через камеру они чуть бледноватые. Также тут есть вот такая вот какая-то штуковина. Она носится сюда. Я не знаю, что это. Но она вот так вот выглядит. У меня тут есть много палеточек. А у меня тут есть оттенки розового. Оттенки коричневого. Вот такая вот. Всякие темные оттенки. Синий, зеленый, белый, серый, черный. Есть тоже оттенки коричневого. Еще один. Вот такой вот. У меня есть еще, встречается красный лак. И розовый. Вот такой вот. Такой вот розовый. Я его вам поближе покажу. Две губных помады. Давайте сейчас посмотрим, как она красит. Вот такая вот помадка. Я на губы не буду красить. Это я вот так вот просто светила. Смотрите, какой у нее оттеночек. Довольно розовый. Прикольный. И тут будет... Потому что и это очень красная помада. Смотрите. Смотрите, она краснющая. Это ужас. Я не могу это. Это просто кринж. Кринж. Ужас. У меня тут еще есть такой вот блеск для губ. Он тоже красится. Смотрите. Здесь вот. Видите, он тоже красится. Еще он с каким-то ароматом вкусным. Тут еще одна есть помадка. Она, ну, тоже бальзам для губ. Она с запахом черешни. Вкусным, как конфета. Смотрите, у нее. Ну, короче, тоже красный такой. У нас еще есть вот такая большая кисточка. Это для румян, конечно же. У нас тут обычные есть кисточки. Ну, для меня это обычные. Ну, вы поняли, для чего это. Да. Тут еще есть две кисточки. Вот таких вот. Я ими уже красилась. Что-то не надо мне. Мне Дед Мороз это подарил. И такая есть расчесочка для бровей. Вот тут такая щеточка, а тут гребешок. Вот такой вот. Вот. И есть зеркало. Вот такой вот. Ну, на этом мы закончим. Это мой обзор был. На следующем видео я буду уже краситься. Всем удачи, всем пока-пока!